К вам спешим, мы летим, яркий свет. Производство Rainbow. Там, где звезды, радуга, конфетти. Мы друзья всех сильнее. Автор идеи Иджинио Страффи. Улыбнись скорее небесам. С песней этой ты взлетаешь над землей. Нас уже не удержать. Феи, подруги, Винкс. Мы летаем вместе, феи, подруги, Винкс. И если сильно ты веришь, если с тобой мечта. Режиссер Иджинио Страффи. Мы рядом с тобой, волшебные Винкс. Клуб Винкс. Найдя музыкальную комнату в Алфее, Муза открывает музыкальное кафе, надеясь, что волшебная энергия музыки поможет защитить школу от ведьм из Облачной башни. Но когда Румпельштильцхен украл голос Музы, Винкс следует за ним в мир легендариума, чтобы вернуть ее голос и восстановить надежду. Гимн. Голос феи прекрасный такой! И теперь этот голос мой! Не сработало! Соберитесь! Румпельштильцхен не устоит перед силой конвергенции! Точно! Феи! Конвергенция Мификс! Какие глупые феи! Как вам объяснить? Оп! Сколько ни старайтесь, меня не победить! Наше волшебство совсем не работает! Мы не можем сдаться! Ты права! Мы еще ни разу не проигрывали монстрам Трикс! И сейчас не проиграем! Мы с Трикс вообще не работаем вместе! Я всегда один и на своем месте. В таком случае, может, мы убедим его? Наконец-то вы поняли, чего я желаю. Договориться друг с другом, и я предлагаю. Блум, по-моему, это плохая идея. Откуда нам знать, что он не обманет нас снова? Нам надо вернуть голос Музы. Она наша подруга. Мы должны ей помочь. Какие у нас варианты? И нам нужен ее голос, чтобы защитить Алфею. Бедные девочки, хотите подруге помочь? Я дам, что вы хотите, и уходите прочь. Правда? Обожаю получать то, что я хочу. Но этот голос, я вижу, очень дорог вам. Вы что-то дайте мне, тогда его я вам отдам. Но ты его украл. Я думаю, если мы так спасем Музу, то нам надо пойти на это. Ладно, пошли за мной. Мне нужно волшебное, редкое, что ценно вам, как то, что в коллекции, которую видно вон там. Я не знаю, что можно ему дать. Но даже если мы ему что-то дадим, есть ли у нас шанс? Уверен, вы сможете что-то найти. Что-то, что вы могли бы за день принести. У нас нет ничего более редкого, чем эти реликвии. Не считая ключ от легендариума. Стелла! А? Да, 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 да. Твоя идея мне очень нравится, фея. Ведь ключ от легендариума я пока не имею. Что? Ну, что? Может, он слишком хорош для меня? Но решил я, не шутя, я не возьму ничего, кроме ключа. А? Какой требовательный. Посмотри на этот сад. Что нам теперь делать? Элдора? Девочки, послушайте. Элдора, мы здесь. Точно. Решите то, что для вас важно, и поступайте так, как считаете правильным. Что скажете мне? Вам уже пора решать. Я не из тех, кто любит долго ждать. Прости, но нам надо еще подумать.
Но время так ценно мне и вам. Следите время по часам. Если мы говорим о добросовестной сделке, нам нужно больше времени, чтобы принять оптимальное решение. Точно, ладно, то, что она сказала. Но если затянете, наша сделка пропала. Так что не затягивайте с этим. Все будет хорошо, Муза. Она права, не стоит грустить. Винкс найдет выход. А вот и они. Винкс! Прости, Муза. Что нам делать? Они... Ну что ж, решено. Нам надо вернуть голос Музе. Без ее волшебной музыки мы не сможем защитить Алфею от Трикс и Облачной Башни. Но нам нужен ключ от Легендариума, чтобы навсегда запереть вредную книжку Селины. Это тоже верная позиция. Я уверена, что Муза не захотела бы рисковать всем волшебным измерением. Может, вы забыли, но мы так и не знаем, где Облачная Башня. У нас нет возможности подобраться к Легендариуму, а ключ без этого бесполезен. Это непростое решение. А пока пойдемте найдем Музу и подбодрим ее. Может, мы поймем, что она думает по этому поводу. Так спокойно мне, меня поддержишь ты в любой беде. Ты окружаешь светом дружбы, мы с тобою подруги. Нет лучше друга у меня, чем ты. Сердца любви полны и доброты. Ты вдохновение даришь мне, ведь ты моя муза. Сегодня снова мир нам спасать, пусть музыка звучит. Не унывай, и пусть сердца поют, словно птицы. Руку мне дай, и магия мир спасет. Ура! Ура! Муза! Ты передала нам дар музыки. Мы хотели выразить тебе свою благодарность. Так держать, Муза! Что происходит? Это сила волшебных инструментов и вдохновение Музы. Мы еще можем защитить Алфею. Поздравляю тебя, Муза! Знаете, эта песня – отличный гимн для Алфеи. Музыкальный потенциал очень велик, но нам надо еще больше. Больше? Типа тубы или, может, органа? Нет, больше инструментов, более мощное выступление, ну, вроде концерта. Концерт? Я участвую! Ладно, девочки, сотворим волшебство. Ты в этом уверен? Как я говорил, выбирай испытание сам. Победитель станет лидером специалистов. Ривен, ты сам не свой. Ты такой... такой серьезный. Люди меняются, Скай. Ладно. Шпаги. С легким оружием сила не так уж и важна. Главное — это ловкость. Мне не нужна твоя помощь. Я вижу это. Ха-ха-ха!
душе! Ты победил, я сдаюсь. Ты всегда будешь лидером специалистов, а я всегда буду вторым. Уважай себя. Битва была равной. Если бы ты не сорвался, ты мог бы победить. Дело не в этой битве, Скай. Как бы я ни старался, как высоко бы ни поднимался, я не бываю первым. Если я ничего не изменю, я никогда не достигну вершины. Ах, ты бесполезна! И книга бесполезна! Она просто дала нам какого-то надоедливого коротышку, который живет в лесу, полном игрушек. Да он еще и не следует моим приказам. Никто не смеет ослушаться Трикс. Муза потеряла свой голос, да? Как вы и хотели. Теперь Алфея беззащитна без ее музыки. Это пока. Значит, нам надо напасть сейчас и разбить эти дурацкие инструменты, пока у нас есть шанс. Не беспокойтесь, сестры. У меня есть идея. Ведьмы, надеюсь, вы подготовились к сегодняшнему уроку. Еще бы. Скорей бы. Кто из вас назовет главные качества молодой ведьмы? Независимость. Амбиции. Могущество. Верно. А с могуществом приходит ответственность. Все выйдите вперед. Вас ждет новая сила. Готовы, сестры? Ох, ничего себе! Хочу узнать, сработает ли это. Ради их же блага. Надеюсь, сработает. Готовьтесь, девочки. Удар урагана. Сосульки иголки. Темный луч. Это заклинание неуловимости должно помочь. Наконец-то кто-то не убежит от Винкс. Эти ведьмы не пострадают от прямых нападений. Идеальный следующий шаг. Привет. Дафна, отличный будет концерт, да? Да, я всегда любила живую музыку. Это отличная площадка. Тут люди могут подружиться. Конечно. И это также, возможно, хорошее место для свидания? А, конечно. На концерте. Да, Дафна, останешь ли ты моей спутницей на концерте? Я боялась, что ты не спросишь. Итак, кажется, у меня есть все, что надо. Да. Готова? Вроде бы да. А теперь еще лучше. Еще немного. Внимание, зрители! Муза приглашает всех вас на новый концерт ансамбля музейного кафе. Давайте поприветствуем Винкс! Да, давай, Лейла! На этом концерте к ним присоединились Рокси и студентки-музыканты. А сейчас гимн Алфеи. Муза, прошу. Этой магии хватит, чтобы защитить всю школу. С нашими новыми силами Винкс с нами не справится. Пусть феи замолчат навсегда. Это ведьмы! Ведьмы из облачной башни! Как мило, что они прибыли на концерт. Увы, я не думаю, что они здесь ради него. Волшебница Винкс! Блумикс! Поскорее!
Винкс нужна наша помощь. А! Бежим, Некс, их надо поддержать. Вперед, Винкс! Разберемся с ними. Подумаешь, да это же просто кучка учениц Трикс. Девочки, сосредоточьтесь. Да, нам надо двигаться быстро и защитить школу. Попробуйте, поймайте нас, Винкс. Вулканическая атака. Водный удар. Синевая воронка. Я! Мне кажется, у нас была какая-то цель атаки. Точно. Уничтожить инструменты. Теперь наш шанс. Что здесь происходит? Наши атаки не действуют. А как Муза? Не пускайте их к сцене. Они неуязвимы. При прямой атаке удары проходят сквозь них. Ой, как мило. Выступление на бис. Цельтесь в сцену. Смотрите, Муза пытается собрать силу музыки. Боюсь, концерт окончен, фея. Наша сила! Что с ней стало? Уходим отсюда! Музыка победила! Да! Ура! Вперед, Винкс! А? Что? Подождите, Винкс! Посмотрите, вон там! Это Румпельштильцхен! Он точно пришел за ключом от легендариума! Мы ему не позволим. Но зрители любят нас. Мы ведь не можем их подвести. Оставь аплодисменты Музе. Пошли проверим ключ. Следуйте за мной, Винкс! На какие только жертвы не приходится идти ради команды. Здорово! Отлично! О, чудесно! Вы великолепны! Прекрасно! И Рокси, сыграйте еще раз! Вы так прекрасно играете! Да. Сыграйте еще, пожалуйста! Это замечательно! Эти феи великолепны! Чудесный концерт! Спасибо! Муза, мы любим тебя! Муза, это было невероятно! А, я серьезно? Даже без голоса ты устроила великолепный концерт! Ты спасла Алфею! Я бы хотел быть хоть наполовину таким чудесным, как ты! Я не смог спасти твой голос. Я не поддержал тебя, когда он пропал. Ты заслуживаешь лучшего. Все чисто. Сейф выглядит нетронутым. Наша Элдора умеет колдовать. Тогда вернемся на концерт. Я вас перебиваю? Что ты тут делаешь? Боюсь, время вышло, пройдя стороной. Дайте мне ключ или же голос мой. Отличные новости. Новый гимн Алфеи уже в хит-парадах. Уже есть ремикс. А что касается вашей дилеммы, девочки, помните, что важно для вас. Слушайте старушку, она ведь умна. Принять вас решение призывает она. Муза рисковала всем, помогая нам, даже потеряв голос. Потому что она наша подруга. А друзья всегда так поступают. Нужно помогать друг другу в тяжелый момент. Ну вот и все, мои дела сделаны. Я сейчас отдам вам голос, и мне уже пора. Муза, я хочу тебе кое-что сказать. Я должен поддерживать тебя каждый день, помогать тебе и защищать тебя как специалист и как твой парень.
Сейчас я, к сожалению, не способен ничего этого делать. Ривен? Муза, твой голос. Он вернулся. Похоже на то. Я не могу поверить. Ривен, у нас были разные времена, и уже ясно, что нам не суждено быть вместе. Но знай, ты всегда будешь моим героем. Видимо, мне надо понять, как стать героем для самого себя, если ты понимаешь. Угу. Ты всегда меня понимала, Муза. В глубине души я знаю, что это будет лучше для нас обоих. А пока будем просто друзьями. Твой голос вернулся! Сработало! Пойдем, Муза, все тебя ждут. Нам надо отпраздновать. Ривен, ты идешь? Простите, ребята, не в этот раз. Ривен, куда ты идешь? У меня есть работа, и я должен сделать ее сам. Стой, я что-то пропустила? Ты уходишь? Насовсем? Угу. Удачи, Ривен. Мы все равно с тобой. И всегда будем. Еще увидимся. До свидания. Угу. В следующей серии крепость Хогар захвачена Трикс, и Хаген вынужден подчиниться ведьмам. Тем временем Текна и Тимми пытаются понять, как активировать спектрографический локализатор, чтобы можно было вновь увидеть облачную башню. Узнают ли они ответ, прежде чем облачная башня нападет? Вместе мы сильны, чудеса творить вольны, и всегда устремлены к победе. Винкс, волшебству у нас учись, мыслям добрым улыбнись, без оглядки путь пустись. Как ветер, если решишь, можешь стать одной из нас. Производство Rainbow. Совместно с Nickelodeon и Rai Fiction. Клуб Винкс. Фильм озвучен объединением «Русский дубляж» в 2014 году.